Если живешь в Псковской области, лови приятную новость. Ты можешь отправиться в бесплатное путешествие по региону и увидеть множество интересных достопримечательностей. Для школьников подготовили 500 туристических социальных сертификатов. Получить его может любой ученик с 5 по 9 класс. В путешествие отправятся и желающие из самых отдаленных районов Псковской области. Бюджет на поездку в этом году увеличили до 7 тысяч рублей. На сегодняшний день принято 450 заявок на получение сертификатов. Поэтому не откладывай на завтра. Скажи родителям, чтобы они уже сегодня заполнили заявление по ссылке в описании.